Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в столице нашей родины, в городе Москве. И находимся мы тут неспроста. Мы тут поставили детский игровой домик с прекрасным наполнением. Он находится за моей спиной. Но прежде чем перейти к самому домику, я хочу вам показать нашу песочницу. Песочницу с навесом. У нее есть навесик, чтобы ни дождик, ни солнышко не попадали на ребенка, который будет тут играться. Она, конечно, сейчас закрыта, но она легко превращается в вот такую сидушку, где ребенок может посидеть, или родители смогут посидеть, пока ребенок рядышком играет. Дальше у нас находится качеля с гнездышком. Само гнездышко, качеля. Боковые части качели у нас выполнены в виде сердечек. Качеля выдерживает вес до 150 килограмм, а это значит, что даже родители смогут на ней покататься и понаблюдать, как ребенок играет в песочнице. Или же ребенок может сидеть рядом. Сидеть рядом на эксклюзивной сидушке, которая делает твой детский домик. Она поднимается, ребенок садится и опускается. Вы только посмотрите, как она прекрасно выглядит с разных сторон. Очень-очень красиво. Ну что, а теперь давайте перейдем к самому домику. Итак, наконец-то же сам домик. Сам домик состоит у нас из трех частей. Это сам домик и две площадки по правую и по левую сторону от него. Давайте начнем с ближней ко мне площадки, с правой стороны от меня и с левой стороны от вас. Она состоит из площадки, лестницы, по которой можно забраться, и, конечно, белой акриловой горкой, которая станет прекрасным украшением. На ней будет не только классно и весело скатываться вниз, она при этом еще выглядит очень красиво и великолепно. И это не дешевый пластик, это классная стеклопластиковая акриловая горка. Пойдемте дальше. Дальше у нас стоит сам домик. Мы оставим его на десерт и перейдем к другой площадке. Эта площадка у нас также состоит из лесенки, по которой можно будет подняться наверх и скатиться по вот этой желтой, яркой, сочной, красивой виде трубы. Это очень весело, и дети очень сильно любят такие эксперименты, такое веселье. Помимо этого, на этой площадке у нас также есть вот такой вот скворечник. Скворечник специально спрятан немножко в стороне, рядом с деревьями, чтобы какая-то маленькая птичка могла поселиться в этом скворечнике и жить в нем, веселиться и играться. Итак, наконец-то сам домик, вишенка на торте. У нас домик в размере XL, он достаточно большого размера, он с утеплением. А утепление — это значит, что зимой будет в нем не так холодно, а летом будет не так жарко. Также у домика есть большая увеличенная терраса, на которой помещается лавочка. На этой лавочке, скамейке можно сидеть, отдыхать, пить чай, читать книги, просто отдыхать родителям, когда ребенок гуляет или ребенок может посидеть. Сверху у нас есть на домике флюгер, который покажет точное направление, куда сейчас дует ветер. А в нынешнее время это очень актуально. Также у домика есть дымоход, который дополняет картину настоящего домика. При входе красота, настоящий колокол, рында. Достаточно очень громко. Также есть звонок. И есть почтовый ящик. При помощи этого почтового ящика дети смогут писать настоящему Деду Морозу. А родители уже точно знают, какой настоящий Дед Мороз и какой подарок хочет их ребенок. Поэтому эти письма точно дойдут до адресата. И есть у нас вот такой вот стульчик. Стульчик 2023 года, выполненный из массива бука, влагостойкая фанера. Кстати, по окрашиванию домик полностью окрашивается краской тикурила Винха и декоративные элементы краска Альпина. Вся краска на водной основе, она экологически чиста и безопасна, как для детей, так и для домашних животных. Ну что, давайте теперь зайдем вовнутрь домика и посмотрим, что у нас есть там. При входе у нас встречает, кстати, витражная дверь. Давайте зайдем вовнутрь. Внутри у нас располагается с левую сторону от меня, справа от вас, лестница на второй этаж. Сам второй этаж с ограждением, заборчиком. С правой стороны находится по центру стены такая квадратная меловая доска, где ребенок может написать свое имя или какое-то послание, что-то сделать прикольное. И есть ниша для ящичков. На эту нишу можно постелить что-то мягенькое и, в принципе, использовать как лежак. И, конечно же, сами ящики, в которые дети или их родители могут перенести очень нужные игрушки с дома в домик для ребенка. И с правой стороны у нас есть столик. Мы к столику, кстати, поставим стульчик с улицы, где можно читать, рисовать, писать, проводить время или просто классно залипать в планшете. А еще в домике есть вот такой вот пульт. Во-первых, он включает освещение в самом домике, внутри. Это выглядит. Кнопочка А включается внутреннее освещение. Кнопочка Б включается верхнее освещение по контуру. И кнопочка С включается нижнее освещение.
меня уже намного лучше видно, и ребенку станет играть даже в вечернее, в темное время суток намного веселее. И совсем не страшно, никакого бабайку можно будет не бояться. Поэтому благодаря такому пульту можно регулировать освещение внутри домика, снаружи домика, верхний и в нижний контур освещения. И домик будет светиться красиво, великолепно в темное время суток, только украшая вашу территорию, а ребенку будет очень весело и классно играться в нем. В общем, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Мы сделаем это видео для вас. Надеемся на хорошую оценочку. Я не говорю вам до свидания, я вам говорю до новых встреч. Пока-пока!